В дежурную часть Звенигородского отдела полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление о краже велосипеда из частного дома на улице Ивана Шнырева. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого преступления был задержан 32-летний местный житель. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.